Сегодня прекрасный праздник, День мамы. Многомиллиардное население нашей планеты. Нету более святого, более теплого чувства, чем чувство к маме. Мы, вырастая, не избавляемся от этого чувства, оно нас только крепнет, становимся умнее. Мы больше понимаем, сколько нашим мамам пришлось пережить, растя нас. Мы сами растим детей, внуков. Я думаю, более святого, более теплого, более проникновенного человеческого чувства, наверное, у человека больше нет.